Если муралы были поняты и приняты жителями Лоснамия, то интересно, как бы они отнеслись к такому искусству. К слову, самый посещаемый в мире музей Лувр отказался от показа этой инсталляции голландского бюро под названием «Доместикатор». Работа 2015 года представляет из себя здание по форме, отдаленно напоминающее двух людей, занимающихся сексом. Мария, как вы относитесь к подобного рода искусству? Ну, мне кажется, такое провокативное искусство, на самом деле, почему бы нет? Оно должно как-то вот заставлять людей о чем-то задуматься. Почему такая тема здесь? А пристойно, непристойно? А почему непристойно? Ведь все этим занимаются, конечно, а вот так вот непристойно уже. Ну вот здание подобного вида, оно могло оказаться в одном из районов Лоснамия? Ну, почему бы нет? Но мне кажется, это, конечно, не приняли бы, мне кажется. Но как бы форма искусства, как инсталляция, ведь инсталляция это означает временное произведение искусства. Почему бы нет?